А у меня три кнопки. Куклы какие? Кто какую куклу? Выбрали себе. Вставайте возле кристаллов. Чё? А кто в кристаллах? Подожди, что, реально будем с куклами? Зачем? Ну, Ты же десятка. Ты хочешь без кукол? Я переагну с куклы и умру. Ну, мы в прошлый раз таки делали. Короче, я не знаю, как хотите. Давайте так, все. Я. С куклами просто стопать надо, ДПС. Да не надо там ничего стопать. Ну, а тут сейчас Гринки будет хилить. Отвали, а я буду домашний. Давайте, Геру мне, срочно. Мне тут экзорцизм кастуется долго. Сорян. Где там птички летают? Да. Понимаю. Прилетели, так сказать, в теплые края. А мы в СА пойдем? Нет, туда шмотки нужны. Мы там уже были. Уже ходили. Ладно. Не повезло, тут не повезло со светом. На паладина ничего не падало, так что не переживай. Вот было бы вот две такие десятки, чтобы собрать 25-ку. Просто вот так зайти в рейд, вот так кайфовать, без лишних там споров. Споров. Да-да-да. Потом каждый пук будет объяснять свою суперскую стратегию, да? Да. Типа, мы всегда по ней убивали, вы что, ни разу не вайпались. Ну что, тут первый раз, что ли? Спасибо. Отлично так. Так, отказаться, отказаться. Так, на дереве с критом надо походу взять этот пояс. С хостой заебись будет. Единичку кинула. Мне понравился чувак Сока. Ну чё, ребят, там, короче, туда-сюда, там, вы неправильно все делаете, надо вот так. В общем, я сам все сводить буду. Две минуты, вайп, блядь. Чё, кто? Это вчерашний, что ли? Ну да, там чувак какой-то решил, то, что он самый такой... Ферри, он сведет, блядь, свёл, просто он, сожрал. Он логичные вещи-то говорил, просто, ну, к этому надо привыкать, у каждого своя тактика. Нет, знаешь, мы вот вдуплили себе в голову, что нужно вот эти две сферы свести, а про третью вообще забывали. И съедал, мы вайпались. Это было очень тупо вообще.
Да мы-то вайпались. Хер с ним с этой с первой второй фазы. Нам электрическая хуйня из дракона прилетает. Вот десятки видим нормально. 25-ки там тысяча этих драконов, блять. И шарик, вот как не видит никто, никто не говорит, типа надо отлететь, и все. А там дамаг идет каждую секунду, каждый полсекунды, и все. Пол хп у рейда нет. Все, блять. И люди еще щиты не прожимают. Первый плевок по трем людям, минус 3. Второй плевок, еще минус 3, блять. Третий плевок, еще минус 3, минус 9. Что там видит, блять? А там может какой-то тайминг есть, нет? Там есть. Да, да, да. Раз два каста где-то. Может... После каждого второго каста он. Насчет молнии, я так скажу. Тайминг, скорее всего, там разный. Потому что когда я смотрел тайминг прилива мощи, там первый он что-то через 30 секунд, второй там через. То ли через 10, потом еще раз через 10, потом через 15, потом опять через 10. Короче, там. Чередуются, это понятно. Ну, типа там непонятно, какая ротация. Просто я к чему? Может просто всегда летать? И что будет? Как атомы вокруг молекулы летают, да? Ну да. Или вокруг чего там летают? Вот да. А хилиться там. Если ты улетишь далеко. Так если вы все летаете. Куча. И хил летает. Там тайминги куча. Есть. Они есть и когда ты ДД, и когда ты хил. Вот с ДД я полностью их понял, а вот когда хил, я... Я в хиле поняла. Ну я один раз попробовал только. Ну не знаю, ты не придумывай там летать, не летать. Просто надо, чтобы кто-то увидел эту хуйню изо рта босса, что вылетает этот электричество. Надо просто отлететь и все. Короче, знаешь что? А у меня почему-то в какой-то момент там не темная материя была, а вот какая-то радужная. У меня все, знаешь, как диск какой-то было. Обычно я тебе отвечаю, я на фоне просто не видела эту искру вообще. Вот первые три пула именно. Я даже останавливалась, смотрела, что-то не то. Может быть, какой-то баг у меня. Ладно, а что мы сейчас делать будем? Спекать меня или нет? Войт. Бат здесь остается, как обычно. Войт, тебе надо этот 90 СПД банки? Что за банки? Ты помнишь банки 90 СПД, которые? Да они не работают же. Это чернила. Почти сработало. Ёж, баф. Баф, ёж, есть. Так, ну что, вас здесь остается, да? Вас, Настя. Только вы еще остаётся? Я? Ну, этот, Хан. Ну, давайте, а то мне все равно косты там сбивают эти духи сумасшедшие. Все, давайте, убегайте отсюда. Гринки, уходи. Да-да-да, норм. Сюда все. Тагариус, уходи. Оходи. Трутся такие там. Запускаю, если не промахнусь. Стой, нет мозга здесь остался. Зачем? Ну да. Да пофиг. Вы втроём умрёте здесь. Да, там хоть это и был... есть, если много трэша появится. Ну там, в принципе, если много вас в войсках оставляем, то всё. Приморозите, побегайте, покайтите. Базуку я могу постепенно... Ой, каждый раз на тебя стак где-то. У меня просто с щитом вспышка, короче, всегда картует. Так что полезнее на меня кидать МК. В центре надо стоять, да? Чтоб стаки не ловить, мы будем отходить к стенке вот сюда. За первую... Что? Первую платформу вот сюда, и все, так и не будем ловить. А то уже до 9 доходит, некрасиво как-то. Фига там петбосса бьет. У меня под всеми проками 4600 СПД. У меня на престе, кажется, анбафом было 5 с чем-то на ДЦшке.
это же... Ну это же Сирус, все дела. ДЦС... Ну, абсорба было дофига вообще. Там, считай, щиток по 1015 абсорбит. Ну, вместе со всеми вот этими скиллами, да. Ну, 1012 точно было. Там вот же дополнительно. 9000 абсорбит с моим СП, да? У меня сейчас уже 9000 абсорбит. В ЧП? ДЦ. А. Это уже прям... Я помню, как перед личом, перед пулом, нужно заранее уже всех засчитывать, чтобы первая же вот эта вот фигня сразу поглотилась. И помню просто сразу ХПС у меня 35 тысяч, 40 тысяч. Если проглотилась, а выводить... То какая-то там чума раскидывает, не чума, а вот осквернение. Фиолетовая штука по всему рейду кидалась. И пока не захилишь, она не пройдет. А щит просто поглощал все, лопались мои щиты сразу же. Некоторые оставались. Ну, в общем, ХПС просто за секунду так резко так. 0.30 такая. Вы уже размышляете, как мы на всадника будем делать? Нет. Я уже все знаю. Я с вазом пойду. Нам нужно еще Роланда, она косты забивает раз 10 секунд. Не приду. И отвали на ДТ. Если мы в десятки 3 человека туда отправим, то мы первого не зря. Давайте 2. А, 2 человека норм. 2 всегда. Я вспомнил 25-ку просто. 4 человека. 25-ки просто. Может побольше людей туда. Самый тупой босс для ШП. Я пока хоть что-то прокастую, вы уже убиваете. Это как в аметистовой цитадели или тюрьме, что там? Гнейрон, да? Да. Не знаю. А мне нравится. Я там холипалом топ-1 первые минуты. О, босс появился. Сейчас вы предстанете перед ликом жнеца душ. К нам придет там Герадим, Зерга. Так, сюда, к стеночке, чтобы... Не надо, Геру, не надо. Ну что, зачем? Через всадники. О, нет мозга. Норм. Я через псину получаю. Видишь, базука? Нет, ты не получил. Другие, видишь, базука и вас получились так. Псина твоя уже каждого, кажется, ловит. О, ворота открылись. Тагариус, а ты второй спек собираешь кого-нибудь? Мне бой пояс. Никому не нужен. Ну что ж, Зелия, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. У меня сегодня ретрик одевается. Хорошо так. Прям везет. Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться.
Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте свой гнев попусту! Взращивайте ярость! Скоро вы сможете дать им выход! Здесь пробежка напоминает игру Pac-Man. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Второй наш любимый босс. Касочку, пожалуйста. Тагариус. Не спалить. Настя, я завидую твоему будущему мужу. Тагариус, баф не магом. Могу тоже. У меня уже были перепалки с моим нынешним парнем. Так что все норм. У меня все. Он тоже все не норм. Кидает каски. Он на ДК не умеет играть, я его позвала в игру. Ничего не понимает. Ну так всеми нубами были когда-то. Ну он решил за ДК играть, короче, а я. Ой, знаете, как я психовала? Этот час обучения мне просто ну, столько нервных. Скажите лет. Лучше мне, как вы будете босса бить. А то это все интересно, конечно. Я далеко стою с вазом. Хилю его, бью босса, все дела. Идите туда. Нам нужен второй танк, он справа. Да, ты барона. Кто будет Тагариуса хилить? Я без хила постою, ёж меня похилит с Роландой. Гринка хилит вместе с кучей. А мы с вазом здесь. Ваз, вот, друг. Так а Тагариуса кто будет хилить? Вот стоит Тагариус. Гринка. А меня кто будет хилить? Ёж с Орландой. А нужен ли вообще хил на первого босса? Ну смотрите, если просяду по хп, то подхилите. Надеюсь, подхилите. Без проблем. Я даже фласку съем. Ты одолжение сделал нам, конечно. Так. Все ради вас. Вас. Да, доходите. В точку, в одно. Ой, лужа. Ой, лужа. Там продолжите подхиливать. А Тагариус с шаманом туда, где мертвый босс. Скидывайте стаки. Вас, беги сюда. Шаман, иди туда, скинь стаки. Отдал голову. Померла, надо уже нам бежать.
Бежим, вой, ой, вас. На мне 4 стака. 20 секунд. Твоя жизнь принадлежит мне. У меня нет выбора. Я должен... Сейчас через 7 секунд пойдем уже добивать. А шаман может бежать на ту сторону. Вас, иди ко мне. Все, идем. У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Ой, что там вас бьет? Ребята, вы что там? Босса не оставляйте. Босса? Босса не оставляйте. Под боссом далее должен всегда кто-то быть. Ну, мы тут. Милики... Дальний левый ваш. У меня нет выбора. Рядом с Ренжу держите на зелике, пожалуйста. Так, ой, вас, беги сюда, молодец. Да можем добить. Не этот, не убегайте раньше. Все, один остался. Пойду в тактике. Че, облегчили? Ну точно облегчили. Ну прям вообще легкие какие-то стали. Кто? Боссы? Босса? Мне кажется, это просто ты стал мощный. Не. Это просто мы огонь. Да, да. Ну мы-то огонь, это да. Сейчас нас Сапфироне, блядь, развайпаемся, блядь. Ты чё? На Сапфироне вообще больше ни разу не умрём. Ты слышал, я билд поменял. А ну покажи свой билд. Ты ещё маленькая, чтобы мой билд видеть. Ренжу решил поменять на суперхил. Ой, ещё и грудак упал на рыбка. А того, там. Смотрим, кто не делал. Так, ладно, кому-то нужно, отказываемся. Так, давайте подумаем, третий хил нужен или нет, не нужен. Ренджи, это, конечно, хорошо, но главное. Честно, Вайт, насколько я помню, мы здесь не вайпались. Вайпались только по тупым причинам, типа босса повернули в рейд. Ты сабрил, что такое? Нет, нет, подождите. У меня рыбу собак голодная. Так, кстати, да, поставь на меня метку, там, не знаю, какую-нибудь цветную, чтобы не отбегали от нас. А то я за вами бегать не собираюсь. Вот два хила. Один слева, один справа, и все. И херачим. Типа. Я слева стою. Вообще я в гниде стою. Че, вы отожрались там, ману отпили? А че, рыба нет? Че, поставлю. Нету рыбы. Он на снегу. Рома смесь. О, фига, я уменьшилась. Вас попробуй, короче, стоять, я тебя буду захиливать просто. Как тебе идея? Гринки выноси. На тесто уже. Значит, Войд. Вас, стой. Так, Лёш, Варлайк. Я вообще, короче, могу просто стоять на месте и вообще плевать, что там дождь, не дождь. Да.
Ранжо зовут. Держим Ранжо. Так, не подбегаем, все равно Ранжо еще держим. Все, теперь забегаем. Меня бесит, когда тут лагает. Кстати, сегодня ради интереса запустил FPS-монитор, да, посмотреть, почему вообще лагает. Оказывается, Вовка даже два ядра не нагружает. Она с одним ядром работает всегда. Настя, повелительница луж, ты даже не двигаешься, да? Да, я хилю, что я же сказала, попробуйте стоять на месте. Но только жирненький, я-то себя выхилю. Да, а я вот... я говорю. Какого-нибудь ёжика что-то впадло хилить. Вот я под двумя лужами стою вообще. Плевать. Пусть гринки тебя хилят. Ну что они наносят по 1200, а я в секунду хилюсь по 3000. Фига ты мощь. Блин, пипец. Холодно что-то. Я холодна. Ну, сука, так, ну бей. Что-то... Ой. Ой-ой-ой. Ой, кинь мне Эйнар, Вайт. Что-то Дэнел Вайт, что мы вайтнем, все дела. Да тут вообще как бы без шансов. Для Сапфирона. Ой, у меня сейчас сменилось. О, нам. О, плащ. А у меня есть 13-й. Так, отказаться, отказаться. Блин, у меня стало лагать, не поверите. Что-то... Эта игра, кажется, лагает. Сейчас посмотрим. Нет, показывает 83, ладно. А, окей. Ой, а чё это тут? Решётка закрыта. Ты что, никогда не сюда не прибегала с решеткой? Нет. О, ничего, видали, да? Проскользнул просто. Это пух просто объемно так смотрится. Это типа ключом mm-hmm. открываешь или что? Нет, это просто по ивенту открывается. Ну что, давайте все готово, у всех все есть. Там гнидыч отошел. Я тоже на минутку дали. Потом остаемся, делим лут. Да, и кристаллы. Спасибо, кстати, Тагариус. А ты что, не собираешься мне? Я тебе вот это могу дать. Тогда. А я почти всегда в хиле. Еще не было такой ситуации, когда меня просили ДД спекнуться. Понимаю. Ёж, вот сейчас ГП влепит тебе. Чё, где кто?
готов. Звезда. Настя. Да. Ты, я забылась. Он прыгает, такая радуется. А чё радуюсь? Я смотрела. Тебя звездой подумала. Называют. А потому что у меня метка звезда. У Гринки вообще сосок. Так что все норм. Уж лучше быть звездой. На песенку пиши. Не знаю. Кого больше любит, звезду или сосок? Не, ну я сейчас не буду. Меняйте, давайте. Я надеюсь, ты с нами до конца. Я буду слакать, ты будешь хилить. Какой кайф. Вопрос только в том, когда наступит конец. Какой конец? Старость? Ну... Я передам свой аккаунт своим детям. Представляете, 30 поколений играют такие. А почему мы вообще играем? А, просто там долгая история. Там моя прапрапрапрабабушка передала аккаунт и пообещала... Или что там? Надо какую-то легенду придумать. Не, ну а что, вот нет мозга, уже может передать аккаунт своей дочери. Не. Я когда был молодым, и в ее возрасте, я не играл. Я только либо работал, либо учился. Рожал. В том числе, да. Не я, конечно, но моя супруга. Вот. А сейчас можно и поиграть. Для себя пожить, да? Сейчас пусть она развлекается, учится, тусуется. То есть... Но ведь WoW это развлечение. Очень много такое же развлечение. Убивает это развлечение. Развлечения, особенно когда заходишь на РТ, а тебе говорят, да блядь, я эту шмотку без ГП хочу, блядь. Я не буду брать, если... Моя дочь, она, да, по характеру не такая душная, она этого не выдержит. Ей это не понравится. Она добрая, хорошая девочка. Пока что, по крайней мере. Вот я тоже удивлялась, почему я такой ровный никогда не говорю. Дота всех исправит. Она играет в доту, но потому что у нее есть мальчик, ну это как обычно, блядь. Какой-то мудак ей понравился, и поэтому она решила поиграть в доту. Ну, все. Я так пыталась StarCraft играть, мне ничего не понравилось. Я удалила StarCraft. Ну, ты бросила парня. А танки играла, когда братья играли. Ренжу. Сейчас StarCraft будем выбирать. Штука, на самом деле. Просто... Не знаю, для меня это было супер сложно, я чуть не расплакалась, короче. Я, кстати, научился дочери отбивать желание, когда ей нравится какой-то мальчик. Он говорит, папа, мне там нравится такой-то мальчик. Я говорю, прикольно, давай познакомимся, пойдем куда-нибудь погуляем. Папу, я поняла, все. Что-то... Не знаю, ну, за мной так не следили. Нравится. Я представляю, если бы мне мама или папа сказали, слушай, у тебя тут девушка появилась, да? Давай вместе прогуляемся с ней. Я бы охуел, наверное. Ну, а я не знаю, что это. Во-первых, моя дочь. И как бы мне вообще похуй там, что кто думает. Поверь. Держим. Если ты хочешь обнимать, целовать мою дочь, будь, блядь, добр. Вытянуть хотя бы разговор со мной.
Не знаю, в 16 у меня таких вопросов не было, в 17 такие вопросы хотя появились. Хотя бы жопу иметь, поговорить с родителями. Не имеешь, ну ты не мальчик, блядь, не подросток. Иди, блядь, дрочи на подушку. Так не делай, там же ранжа была. Ты мог бы просто я стоять на месте. Нет, ты мог стоять на месте, там ранжа 10 нужна и все. А ты вот прыгнул надо мной и меня все равно задамажил. Я помню, с родителями своей первой девушки знакомился. Мне 18, ей 14. Это был сам. Это ужасно, это ужасно. Это был сам. Странный разговор. Над одноклассником издевались. Вот как раз таки последний год когда учебы. Когда у тебя будет дочь, ты поймешь, что те родители были еще очень добрые. Мне, короче, братья говорили, чуть что мы врежем. А мне вообще страшно было знакомить после таких. Мне просто с детства, у меня очень много братьев, двоюродных в том числе, штук так 12, может 10, так что вообще как бы страшно было. А вдруг что не так случится? Блин, босса не достаю бить. Блин, это самые легкие тактики в этом Наксромасе. Поэтому на каком-нибудь циркле здесь вайпаются 6 КГС. Ну, знаешь, когда чем больше гир, тем меньше IQ. Ну вот, знаешь, я ходила, короче, на X2 сюда. С фугами. Все такие 260-е, тактик не знают. И, знаешь, мы вайпались реально. Это было очень весело. Я бы сейчас повайпался. Ну, тут нельзя вайпаться. За угробе не вайпайся. Ой, блин, шлем. Хотел уже обрадоваться. Ну, смотри, на топорик. Заебись, топовый, да? По-моему, топовый на ретрика. Да, да, да. Да, да. Ну, мне это нужно. А вот без власти мне не нужно. И шлем тоже не нужен. Уху-ху. А, вас, так, вас, ты на мейн? Я укрыть скорость. Тебе нужно, да? Киньте Роланди трейд, она вам даст по два кристалла пропасти всем. Ничего себе. Всем, мне, конечно, не получится по два, но там сколько, 16 получилось? Мне можно один. Мне три. Ты взял. Типы такие. Роланда. О, трейд. Роланда, не до этого. Обмен. Ну да, я свои тоже хотела в губы закинуть. Всем спасибо. Всем доброй ночи. Да, короче, кому нужны, киньте трейд. Кому нет, то в ГБ пойдет. Ой, тут есть портал, спасибо большое. Но мне на Форбс. Спасибо. Все, больше никому не надо. Нет. Пойду. Ну это агитирую всех пополнять губы. Всем спасибо большое, ребят. Всем да. Да, мы шустрые. Если б только не моя жопа.